Значит, я благодарен ребятам за понимание всех катаклизмов, которые у нас были в клубе. Они объединились вокруг футбола. Только футбол их интересовал. И клуб, который они должны опять оставить в Лиге Европы. На мой взгляд, выступление, оно не максимальное, но оно очень хорошее. Мы остались в Европе, нас уже знают. За последние 4 года, 2 года, которые, это были самые успешные. Значит, начали мы с вами, ребята, с 11 места, а заканчиваем 4-е, 5-е. Это хороший результат. Какое будет дальше движение? Сам Бог знает. Сам Бог знает. Теперь чуть-чуть дальше поехали. Я хотел бы сказать, вот везде пишут, что Семина конфликт с Ольгой Юрьевной. У меня нет конфликта с Ольгой Юрьевной. Пресса везде. У Ольги Юрьевны есть конфликт с футболом. Особенно наших болельщиков, которые в трудную минуту один раз даже ворвались на нашу базу, и они рассказали правду о нас. Мы это приняли. И мы пошли дальше двигаться. И еще раз я вот этим ребятам, которые я им хочу большое спасибо сказать и поплатить. Тост за наших самых лучших болельщиков и за ребят-футболистов. Спасибо.